Мальчонка пойдет в монастырь. Видеть его больше не могу. Меня зовут Нарцисс, а я Златоуст. Эй, Нарцисс, у тебя есть лучший друг? Мы должны отдавать нашу любовь Богу. Тогда давай дружить втроем. Ты, я и Бог. Не похож ты на монаха. Ты мужчина. Златоуст здесь как птица в клетке. Ему нужен весь мир. Ты знаешь, он не будет здесь счастлив. Что бы ты там ни видел, этому здесь не место. Может, и мне самому здесь не место. Мастер Никлаус, я видел вашу Мадонну в соборе. Я хочу учиться у вас. Бедность, послушание, целомудрие всю жизнь. Это мое призвание. Поцелуй меня. Еще чего. Златоуст, что с тобой произошло? Этого хватит на несколько жизней. Я видел много хорошего. Много плохого. Видел потрясающую красоту. А я всю жизнь прятался за своими книгами. Нарцисс, в этом твое предназначение. Ты всегда говорил, что мир нужно принимать таким, какой он есть, и не задавать вопросов. Но разве не смелее самому делать ошибки и платить за них? Нарцисс и Златоуст. Ты же сам меня прогнал тогда, потому что любил тебя больше, чем себя.